Всем привет! В этом видео мы разберем песню Батырхана Шукенова «В серых каплях дождя». Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что хоть мелодия и записана ровными восьмыми нотами, по факту они звучат неровно, а каждая вторая нота играется чуть-чуть с оттяжкой, то есть звучит так называемый свинг. Поэтому внимательнее слушайте оригинал, старайтесь ритмически совпадать, а также выделяйте основные ноты мелодии, а вспомогательные проходящие ноты играйте чуть тише. Итак, начнем. Начинается со вступления. Зажимаем третью струну на первом ладу. И вторая открытая струна, по две ноты сейчас будет у нас играться. Играем третью и вторую струну. Лучше зажать средним пальцем, потом его сдвигаем на второй лад по третьей струне, а на вторую струну на первый лад добавляем указательный палец. Играем также две струны. Потом эти два пальца ровненько вот так вот сдвигаем на третий и четвертый лад. Опять играем. Затем указательный передвигаем назад на первый лад и играем уже вторую и первую открытую струну. Затем идет бас. Пятая струна. Затем добавляем аккорд ля минор. То есть на втором ладу зажимаем еще четвертую и третью струну. Играем четвертую. Потом две струны, третью и вторую. Снова четвертую. Затем играем вторую вместе с третьей также. Затем передвигаем пальцы по третьей и второй струне, опять же на четвертый и третий лад соответственно. Снова на первый лад возвращается указательный вместе с первой открытой струной звучит. Теперь переставляем указательный палец на первый лад и на третьем ладу зажимаем вторую струну. Теперь бас у нас четвертая открытая струна. И проходящие также ноты добавляем на третью струну на второй лад средний палец. Играем третью струну, вторую, не отпускали мы безымянный. И в конце звучит четвертая открытая. Все, теперь указательный передвигается как бы по первой струне. Старайтесь не отрывать, не отпускать прям, чтобы слитно все звучало. Зажимаем на пятом ладу первую струну, вторую струну на шестом ладу. Играем их вместе. Теперь сдвигаемся назад. Указательный палец третий лад. Безымянный палец вторую струну зажимает на пятом ладу. Теперь эти два пальца сдвигаем вот так, соответственно, на первый и третий лад. И указательный палец снова переходит на вторую струну, на первый лад. Снова пятая струна открытая. Снова уже знакомая вторая струна третий лад, указательным пальцем зажимаем. И третья струна четвертый лад. Сдвигаем их вместе. Но здесь лучше подменить. Указательный сдвигаем на первый лад, на вторую струну. А сюда добавляем сразу. На втором ладу зажимаем третью и четвертую струну. Сначала играем третью вместе со второй. Теперь четвертая. И снова третья, вторая. Снова сдвигаем на третий и четвертый лад. Указательный и средний палец. Третью и вторую струну, да, сыграли. Затем снова возвращается указательный на первый лад, играется вместе с первой открытой. И снова возвращаем сюда, на третий, четвертый лад, это вторая и третья струна. И бас, открытая шестая струна. Теперь передвигаем их назад. Указательный палец зажимает первую струну. Первый лад, вторую струну. И на третьей струне второй лад также. Вот. Здесь как бы заканчивается и начинается повторение сначала. Что должно прозвучать? Сейчас сыграем в медленном темпе.
повтор пошел. И в конце просто играем. Когда играем шестую открытую, здесь останавливаемся и начинается у нас куплет. Сразу хочу также отметить, что каждую третью долю такта в куплете и припеве мы будем выделять ударом вниз. То есть ногтями нужно будет ударить по нужным нотам, нужным струнам. Поэтому потренируйтесь, делайте эти удары достаточно точно и аккуратно. Итак, куплет. Зажимаем пятую струну на третьем ладу. Играем ее два раза, это нота до. Затем четвертая открытая. И сразу подставляем аккорд ля минор. На втором ладу четвертую и третью струну зажимаем. И на первом ладу вторую струну. Играем его, эти струны. И играем бас ля. Пятая открытая струна. Затем, чтобы не отпускать аккорд, подставляем на пятую струну на третий лад мизинец. Играем пятую струну, снова аккорд, эти же струны, четвертая, третья, вторая. И вот теперь делаем этот удар, желательно попасть по пятой, четвертой и третьей струне только. Вот таким образом. Затем четвертая открытая, четвертая на втором ладу. И зажимаем аккорд ре минор, то есть подставляем мизинец на третий лад вторую струну. На третью струну зажимаем на втором ладу и на первом ладу первую струну. Играем три струны этих, которые зажали. Затем безымянный палец подставляем на третий лад, на четвертую струну. Затем четвертая открытая. Снова четвертая открытая. Теперь снова идет удар вниз. Можно прям одним пальцем аккуратно будет сыграть. Сыграть только четвертую и третью струну. Третья зажатая, мы ее не отпускаем. Затем третья открытая. Снова четвертая струна на третьем ладу. И снова аккорд ля минор. На втором ладу четвертая, третья струна. На первом ладу вторая струна. Играем его. Эти струны только. Затем пятая открытая. Пятая на третьем ладу. Также подставили мы мизинец. Снова повторили аккорд. Четвертая, третья, вторая струна. Снова удар по этим же струнам, пятая, четвертая, третья. Снова четвертая открытая, четвертая на втором ладу. И подставляем мизинец на вторую струну, третий лад, а указательный на первый лад, третья струна. Играем четвертую, третью и вторую вместе. Снова, теперь играется бас, шестая открытая. Теперь безымянным зажимаем пятую струну на третьем ладу. И снова этот же аккорд, мы его не отпускали, те же струны играем. Теперь пятая два раза. То есть, по сути, начинается как бы повторение куплета. Четвертая открытая, снова аккорд ля минор. На втором ладу четвертая, третья струна, вторая струна, первый лад. Играем пятую открытую. Играем снова пятую струну на третьем ладу. Мизинцем зажали. Снова этот же аккорд. Четвертая, третья, вторая струна. Не отпускали мы его. Снова удар вниз по этим струнам. Четвертая открытая. Четвертая, второй лад. Снова аккорд ре минор. Мизинец на третьем ладу на второй струне. Второй лад, третья струна. И первая струна, первый лад. Снова подставляем безымянный на четвертую, третий лад. Четвертая открытая. Четвертая открытая. Теперь аккорд ре минор септ получается. На втором ладу у нас остается на третьей струне палец средний, а указательным зажимаем на первом ладу две струны, вторую и первую. И идет удар вниз тоже. Затем открытая вторая. Третью мы не отпускали, она повторяется сейчас два раза. Играется пятая открытая. Теперь третью мы также держим, указательный палец подставляем на второй лад, на четвертую струну, два раза ее играем. Теперь безымянный подставляем на пятую струну, третий лад, играем ударом вниз пятую и четвертую струны, четвертую тоже держим. Теперь переставляем указательный палец на второй лад, пятая струна, пятая открытая и в конце аккорд ми. Септаккорд,
Указательным пальцем зажимаем третью струну, на втором ладу четвертая и на третьем ладу вторая струна. Эти струны играем. И открытая шестая струна в конце. Это куплет, он повторяется снова, еще раз без изменений, то есть он будет двойной у нас. И далее пойдет припев. Итак, что должно получиться с куплетом? Так два раза, да? Без изменений. Второй раз, когда мы сыграли этот аккорд и бас, идет переход на припев. Играем четвертую струну. Также она у нас как была зажата на втором ладу. Играем ее. Пятая струна, третий лад. Пятая струна, второй лад. Пятая открытая. Два раза. Затем нужно ее заглушить, чтобы она не звучала. И начинается сам припев. Четвертую струну зажимаем на втором ладу, играем два раза. Дальше нужно будет зажать вторую струну на пятом ладу и лучше всего сделать к ней слайд, да, скольжение. Ее зажимаем, возвращаемся по второй струне на третий лад. Вторая открытая. Затем снова зажимаем аккорд ля минор. Играем пятую открытую и четвертую, третью, вторую зажатые. Снова четвертая повторяется, аккорд держим. Теперь удар вниз по этому аккорду и четвертая повторяется. Все, аккорд отпустили. Шестая струна, третий лад мизинцем. И тоже делаем слайд на пятый лад по шестой струне. Затем сразу нужно зажать весь аккорд фа мажор, да, барре на первом ладу. На третью струну зажимаем на втором ладу и пятую и четвертую струны на третьем ладу. В принципе, пятая не нужна, но лучше ее зажимать на всякий случай, если вы ее вдруг заденете, сыграете, она будет в тему, да, звучать. Итак, играем шестую струну, четвертую, третью и вторую вместе. Снова повторяем четвертую. Теперь удар делаем вниз. По этому же аккорду, вот здесь, если вы зажали пятую струну и нечаянно ее задели, ничего страшного не будет. Снова повторяем четвертую. Теперь можно отпустить, но держим третью струну. Играем вторую открытую и третья вот у нас зажатая. Теперь безымянный палец вот у нас был, как раз можно было тоже не отпускать его. Пятую струну зажимаем на третьем ладу, играем вместе с третьей открытой. Играем четвертую струну, второй лад. Подставляем мизинец снова на четвертую струну на третьем ладу. Играем ударом вниз пятую и четвертую струны. Теперь снова четвертая струна, второй лад. Держим ее, подставляем мизинец на вторую струну, третий лад. Указательный палец, первый лад, третья струна. Играем три струны, четвертая, третья, вторая. Играем шестую открытую струну. И снова, как в начале припева, играем также два раза четвертую струну на втором ладу. Слайд на второй струне, возвращаемся, третий лад, вторая открытая. Также на аккорде ля минор. Также бас, шестая, третий лад, пятый лад. И здесь теперь меняется, приходим не на фа мажор аккорд, а на ре минор септаккорд, также он был уже. Зажимаем указательным пальцем две струны на первом ладу, в первую и вторую. И зажимаем на втором ладу третью струну вместе с четвертой открытой. Все это играется. Повторяется третья струна. Удар вниз по этому же аккорду. Повторяется третья струна. Вторая открытая. Снова третья зажатая у нас. Теперь указательный палец подставляем на четвертую струну, второй лад. Играем вместе с пятой открытой. Снова четвертая повторяется. Не отпускаем ее. Добавляем пятая струна, третий лад. Ударом вниз играем пятую и четвертую струны. Снова четвертая открытая. И опять же подставляем мизинец на третий лад, вторая струна. И указательным пальцем зажимаем на первом ладу третью струну, играем вместе, и опять же шестая струна открытая.
Это тоже припев, половинка припева. Он повторяется еще раз без изменений. Двойной получается. Итак, что получилось? Играем в медленном темпе. Повторяется без изменений. И второй раз, когда мы сыграли, играем снова открытый бас, шестая струна, и повторяется у нас вступление. Два раза также. Как бы снова переходим на повторение, но теперь начинается у нас вставка, средняя часть. Зажимаем шестую струну на первом ладу, на третьем ладу пятую и четвертую, и третью струну на втором ладу, то есть тоже аккорд фа мажор. Играем шестую, играем вместе четвертую и третью. Затем вначале можно было барре не зажимать, а теперь нужно зажать, чтобы вторая струна на первом ладу тоже прозвучала. И отпускаем. Вторая открытая струна теперь звучит. Теперь пятая у нас зажата, мы ничего не отпускали. Играем снова четвертую вместе с третьей. Мизинец переставляем, вторую струну играем на третьем ладу. И снова вторая открытая. Снова шестая, мы ее не отпускали. Снова четвертая. Тоже не отпускали. Теперь третья открытая два раза. Теперь два раза пятая. Тоже она зажата была. И четвертая струна, второй лад два раза. Держим ее, играем пятую открытую. Теперь только можно было отпустить аккорд. Снова четвертая струна на втором ладу. Теперь вторая струна, третий лад. И вторая струна, да, первый лад. То есть мы сначала сдернули мизинец, уже держали первый лад, и снова повторили первую струну, открытую вместе со второй, зажатой на первом ладу. Теперь бас, пятая открытая струна, и подставляем, эти пальцы держим на третью струну, на второй лад безымянный палец подставили, получился аккорд ля минор. Играем на нем вверх, вниз, вверх, вот таким образом. Теперь зажимаем соль диез, первый лад, третья струна, играем бас, сначала открытая, шестая. И то же самое на этом аккорде. Добавляем пятую, можно было сразу ее добавить. Пятая струна, второй лад, играем ее. И также на этом же аккорде вверх, вниз, вверх. Затем повторяется, как сначала эта вставка начиналась. Шестая струна, первый лад, четвертая и третья струна зажаты. Затем снова вторая струна, первый лад, вторая открытая. Снова пятая струна, третий лад. Снова четвертая с третьей. Мизинец также переходит на третий лад, вторая струна. Здесь снова нужно сделать барре. И вторая струна у нас звучит на первом ладу. Снова шестая, ничего мы не отпускали. Опять четвертая струна, третий лад. Вторая открытая и третья струна, второй лад. Пятая струна, третий лад, все мы держим. Вторая открытая. И вот здесь можно указательно вот отсюда перенести уже на вторую струну, первый лад. И первая открытая. Теперь пятая. Снова подставляем аккорд ля минор. И также играем вверх, вниз, вверх. Теперь бас, четвертая струна. И мизинцем зажимаем третий лад, вторая струна. Вторая струна, первый лад. И вторая открытая. И играем шестую струну открытую. Дальше начинается снова куплет.
без изменений, припев без изменений и конец звучит. Сыграем среднюю вставку, что получилось. Также начинается куплет, и в конце, когда мы сыграли уже припев двойной, у нас звучит такая концовочка небольшая. На шестой струне шестая открытая играется 4 раза и один раз на третьем ладу. Ритмически это выглядит так. И все. Здесь у нас конец. Желаю всем удачи в исполнении этой непростой композиции. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока!